Так, а для перчаток кто будет, который на 28 СПД, да, Чарк? Да. Все, давайте, что, ребафимся, полетели, сейчас верчи, да? Че, ты ржешь, шаман? Шаман, это не шаман был. А, это не шаман был. Шаман сейчас с альбомом забивается. Понял. Че, какие машины чаще всего приезжают в машинку? Кулак. Кулак. Жигули, Тойота, Хонда. Дайте охотнику кулак, я буду стрелять. Охотник стрелок. Все, давай, Тимораль на этот, на луч, на зеленый, Малах тогда на этот, на синий. Поехали. Все 230-е, а я 220-й, ясно. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Да лучше остались там. Так, давай, Геруш. Сейчас вторая будет. Блять. Так, блин. Даже берешься, понимаешь? Да ёбаный в рот, блять. Ничего не бэр. СС по себе киньте на перепешке. Да, ничего не бэр, бежал. Ставим. Тогда прибежим, гарнишу нечаянно. У меня текстуры, блин, не грузятся. Блять, обе лужи, блять, обе нахуй прохнули на ноги. Да она, блин, не прогружается у меня сразу, прям, с первого тика. Урон вижу, думаю, это луч. Да, сейчас. Бэр на клок, он прибавит, полностью. Луки, они хрупкие, блядь. Ранимые души. Блять,
Нанос. Мой Донал. Это было сейчас неприятно. О чем думал? Думал нахуй. Трубку мира думал это. Трансмут какой-то, да? Да, куда? Бедная мораль. Не вставай. О, синий возьмите, блин. А синий что делает? Дома копает. Бежать. Хочешь, я встану, а потом ты встанешь после скидки мутярика. На ханте. Блак СС на себя чё не кинул? Он кинул, он сейчас там лужа лежит. Чё ты постоишь? В этот терияйки пускай становится. У меня гера откатилась, могу дать кому падал. О, давай. Давай встану, а ты на экзекуте ставишь. Блять, я уже... Смотри, бурстики, я верю в вас. Ты портал ставь, и когда появляется лужа, ты можешь успеть нажать на кнопочку. Он меня не спасет, я не вижу первого тика лужи, она потом у меня появляется. Текстура запоздала. Если ты под ноги, блядь, не можешь сопрыгнуть, то чё, в чем проблема? Текстура не появляется сразу. Додик получается, да? Запоздал. С клиентом какие-то проблемы надо обновить, наверное. У меня просто текстуру не грузит. С клиентом что, на монтажке? Ну да. Все-таки. Вот, сука, пришел тут ко мне нахуй. С Вовкой напортачил. Ну видишь, Хава, это все потому, что ты за сигами бегал, а не он быстрее нас убили. Вставай, Хан, тут игай. Ну куда я постою, блядь, разок хотя бы. Вставай. Сова, уйди. Главное, ШВД не забудь нажать. Ты шаман свой 1к ДПС отдал? А вот с ним кто скажет? 2000. 2000? Терпимо. Тут, конечно, пытка по 15 тысяч, блядь, я ему. Да, латы падают прям один за другим. Так же, как токены наши. Т4 ага. На лока так падает часто, я вообще в шоке. Лечи меня, нау. Я еще поспекусь. Ну что, все, я обратно в хила, да, получается? Получается так.
Получается, буй. Большой толстый буй. А на этого моба не работает, что ли, вольперский стон? Мы бьем? Не-не, пошли Какие шахты? Молчи. Давайте вот, кто хочет, тот пускай бьет. Да, ребята, блин. Ну, удачки никому не помешают. Ну, закалывал 1к, а удачек это неплохо. Пойдем, Молчезара, тут все равно ничего не падает. Действительно, давайте нахуй убьем полчаса своей жизни ради сталоты. Классно. Они там не полчаса бьются, 5 минут. Вообще не 5 минут, а 10 они бьются, даже больше 12. Да, 10 это все пиздобыли. Ну, давайте так, линканите, какой шмот там есть, если кому-то надо, то можно будет сходить. Если не надо кому-то, не надо и бить. Шахматы эти. Там на холипала падает штаны. И меч, как хардстайла на танке. И, по-моему, что-то еще падает. Ну, хардстайл не холипал. Не, у него меч на танке. Там вот. Падает. Прочитайте, что написал хардстайл по этому поводу. Я с ним солидарен. Давайте спросим у Даши. И Даши надо это убить? Ну а чё, если тебе не надо, значит никому не надо, правильно? Правильно. Нам очень важно твое мнение, Даша. Вот и всё, ей не надо. Решил сам. Кому-то что ступни нужны. Даша, решай сама, Даша. Надо нам это или не надо? Не надо. Так это... Кто был, блядь? Это выйдет? Это вот? Да, Даша была. Это вот. О, мы слышали голос Даши, ура! Даша, это как Малак. Все, Даша, терпения нет, нет, вертишься. Полилась, как говорится. А тебе есть микрофон, Даш? Ну, если сказал, наверное, есть. А что ты молчишь все время? Хоть поздоровался. Скажи, хули с вами говорить-то, блядь? Под этим, под трансмутом, нахуй. Смотрит, когда... Тебя шумно? Тихо там, шаман уже сидит. А почему тебя шумно? Дети, что ли? Где-то там шаман, типа, и не тел в Пакистан еще. Час, через час и где-нибудь полечу. Не, ну хоть сам, ну, бля, хотя бы здоровалась, бы, заходил там с нами. Здравствуйте, мальчики. Привет, бомжи. Ты чё так губу раскатал на хауне? Давай ты будешь заходить и говорить, здравствуйте, мальчики. Здравствуйте, девочки. Или как ГМ этих, сам ГВП, типа, бля, здорово, ёбки, нахуй. Угу, вообще пиздец. Мы же следом выкидем, правильно я помню? Ты правильно помнишься. Потом, а потом всем рейдом летим нахуй менять шины нахуй. Да я полетел в Пакистан, там веселее, ёбан. Там главное до планеты добраться. Можно до космоса прилететь, пока ты в соло отхилишь, Шамик? Ну так-то да, лес и, блядь. Ну там же только танки получается. А он кем оренет? А Даш, кем он оренет? Ну как и класс. Рога, маг, приступ. Ну на разбийник по-любому. Все не подходит нахуй под ДЦ.
И все в друидах, мужья, разбийники. Разбийники. Да что, давай, короче, в сову спекайся. А ты шаман соляного похилишь. А че, я угадал, реально разбийник? Хотя нет, стой, стопэ. Стой на месте. Стой, отмени. У меня спекло. Ну ладно, все, распекло, все. Давайте быстрее, 6 минут фласка. Лучше бы наоборот было. Напали нахуй на него. Напали, порвали, быстро. Вот это, конечно, сова нехуевая. Принц. Нормально. Ну, 233, конечно, получше. Чем квадраться? Полный шмота, конечно. Брат. Это будет красивая победа. Я выдыхаю. Такой, диспарите с танка какой-то. Я подиспарюсь, что. Он паладин, блять. А, точно. Я его не победил. Арт, тебя оскорбили. Сам здесь полил. Так, господи. Так, ты хилить вообще нехуй. Танка вообще не прошибает. Ну потом, надо будет хилить. А, ну когда медведь, это пою выйдет. А, Геру может? А, Геру. Нет, Геру на вас хватит. Ой, я забыл про ШВД, бля. Хуярь его просто нон-стопом, бля. Каждое воскресенье такая проходочка, да? Че? Каждое воскресенье такая проходка, кара и коня, да, идет? Ну, мы, бля, въебали, типа, мол, нет? Не-не-не-не. Ну, мы там выбираем день. Не факт, что воскресенье. Ну, не, просто мне КД не ловить на это, да, все. А то я в предыдущей гильде чисто ульда, там, кара и ик, ходим и все. Ну, стандартные, говорит, вот эти вот мощные инсты и все. Сейчас вылете, надо тотемчик, да? Нема. Т4 сезон роль. Шаман опыт, это 4. Предыдущий трай было на предыдущий КД. Он прям душил нас. Поначалу они падают так себе, ну, рандомно, а потом падают рядом с ним, рядом с РДД. Прям вообще 4 трая он прям нас душил конкретно. Явно разбиение, конечно. Посмотрим, здесь у нас заебет, нет? Ну, кстати, бежать уже, блядь, некуда, это что? Он нам уже спину все отрезал. К воротам. Угу. К ворот. Вот сейчас рядом с нами прям упадет к стам. А еще мы я стою? Не, все окей. Нормально. Нихуя себе. Мы как заколдованные. Скоро фаза. Кого-то задушило или нет? Фаза. Геру? На 20 сдашь. Геру? Нет. Может, Геру?
Да сдавай, похуй. Да не надо. Нормально. Бля, у нас летит, надо перемещаться. К воротам бежим. Я говорю, он душить все начинает. А, нет, да, давайте его чуть не к воротам, а туда перебежим. Он пропал уже? А уже под него можно прям под ебало ему залазить. А, ну давайте так. И спиной упирайтесь, чтобы он не откидывал, спиной упирайтесь в стену. Есть, у шамана маны нету, есть мана для шамана? Дал гид. Я думаю, хоррис я хилить не могу, блядь. Без мана тебя, да? Правда, да. Так я шога, блядь, с винтами, с как лога, с винтами пойду. А кого мне накидается? Да писюн погиб, нахуй. Шаман, ты чё не хилишь, нихуя? Кого, кто погиб? А, писюн погиб сявый, нахуй. Сявый, и ты провалил свою миссию. А, да хоть это же. Не понял, почему. Тотальный, алло. Там он летит куда-то выебал. Где тотальный? Да я без маны. Ай. Куда летит? Блядь, ебать он душит. Ну тотем поставь, бля. Ну, зажимаемся к стенке сюда. Бля. Давайте, пацаны, я верю в вас. Блядь, пиздец. Да и выйдемся, да ну нахуй, нахуй вы ух, этой хуйни. Ну не надо ворота было. Там можно ливать, это, блядь. Масс-рез, давайте. Какого фига ты в конце, бля, тотема не ставишь? Да я про них вообще какой тотемы, у меня маны не было поначалу. У меня прям вообще тотемы нахуй. Ты мне имер, блин, им на ману дали. Да, я видел. Дай подмазываться, его. Че дайте рубамся? Понедельник новый аукцион какой-то запускает. Все луты типа, блять, вернутся обратно к тебе на почту и нахуй аукционатор можешь в очко засунуть. Че, еще раз не понял, что вернуться? Аукцион, говорю, новый запустят в понедельник. Весь лут, что у тебя стоит на аукционе, к тебе обратно вернется. И БГ новое вроде как запускать будет. Но это не в понедельник. В смысле, а его еще не запустили? Нет, нету еще нового бога. Потом анонсили два типа. Полетели, че? Давайте, может, блять, фласки выпьем, а эти, блядь, припоты, блядь. Да, я буду дать счет, что ли, что-то дайте, блядь. Давайте все ебанем, сейчас все красиво будет. Давай, на счет три. Раз, два, пейте. Три. Пей, давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. 300 тонн. Хуя себе там. Вы на приколе так близко стоять. Что бы сейчас просто умерли бы все, если бы на вас, блядь. Сзади где-то уебалось. Он начинает веселиться, блядь, босс опять. Да.
Мимо. Все опять, по-моему, зажимают нас. Мы его последний раз, когда убивали, мы прям всей толпой вставали на него. Тут, короче, ну где-нибудь рядом еще уебется один, и нужно будет на другую территорию переходить, туда в угол куда-нибудь. Потому что он следующий камень где-то здесь уебется. Откуда такие догадки? Потому что, я говорю, мы 4 трая делали, ему ты ж, ну, процентов 20 составляешь, и он душить прямо, ну, категорически начинает. Вот как это все заскриптовано, ебать, это рандом просто. Ага, 4 раза вот как вот мы сейчас... Там фаза делали. Есть, что-то про лес связанный, там больше големов спавнится. Все, пацаны, до свидания. Да, может, переведем? Надо бы. Это мораль говорит, нормально там справляется с монсами. В миле летит, переводи. Блять. Аккуратно. Он сейчас хлопнет, алло, зачем ты сейчас повел, пизда нам? Красавчик. Теперь и вы идите, блядь. А куда вы пошли? И вы идите к воротам. Да кто там, блядь, быстрее? А, все, тотемы виноваты. Не добили 1%, а нахуй. Сейчас вот эта хуйня будет происходить с нами. Да и это, блять, пиздец. Конец отсюда. Ты думаешь, у пацанов там лучше будет? Блять, я надеюсь на это. Я не соревнуюсь с ними. Мне похуй, быстрее они или быстрее мы. Я бы вот там, где он сейчас вот идет, я бы там его хотел бы начать бить, типа, туда спиной к той стене. И чтоб билики в РДД сразу отбегали. Так все поле будет видно охуенно. Вообще я в каком-то рейде видел фокус, короче, понял. ДЦ считал, ой, блядь, ДЦ просто кидал щиты нахуй, и миликов не шотало кольцо. Они просто стояли и били. Ну да, так же работает. Так оно и ну, типа, они просто стояли. Всего лишь. Ну, бля, я вообще говорю просто, в принципе. То есть они все стояли, уперлись в стенку нахуй, и хуярили в босса по зеленой. Никто ничего никуда не бегал, не уебывался. Ну, у нас нету ДЦ вроде. Блять, сказал ты цену. Не-не, он шипец. С двумя Т4, блядь. Да может и будет. Я могу спекнуться, чё? Я в соло отхилю. Чё, в соло? Давайте, можем Элема спекнуть в Элема, рестера. А я не, могу... Не, мне не нравится такой вариант. Элем, который дает 3к, это не заебись. Ну да. Ну всё, давайте. Пускай он лучше хилит, всё остаётся. И тут там уже ставят. Всё, давайте. Пойдём в ту сторону, вправду. Ну это я предложил, типа, вы как хотите, типа, если вы хотите за угол бегать, как бичи, я хуй знаю. Мораль, я думаю, не принципиально. В РДД. Да похуй, поехали. Аж стули. Есть шо мы бичи. Че, отсчет на счет 3. Раз, два, три, пуля. Стоим там же. Это будет красивая победа. В каком мы здесь стоим? Там что-то за бафы говорят. Ухо вообще. Тебе каску китайскую прожмите. И собью сейчас со всех. Ну пиздец, вы отойти не могли? Малак. Или чё? Даш, БР его. Чё, Никит?
полетело. Я не знаю, это не, это был не отрыв, это меня кинуло. Да. Мимо. Что-то похоже на повторение первого этого трая. Ну я не против, если, блядь, все так же будет заебись. Ну да. Может, только не умереть в конце, как бичи, и не заеведить босса, было бы классно. Вот заеведить это пиздец. Да все равно Т4 на друида упадет. Короче, на шамана? Не, я договорился, нет, сегодня наша башка. Сегодня наша башка, короче, я ее сролю. Такая хуйня. У тебя же есть, нет? У меня нет. У меня нет, у тебя не будет. Никогда. А, ты не уйдешь. Даже завтра. Чуть левее спустились, чуть левее. Все, я вас перепутал, ты не войд. Господи, ебать, что это за приколы, блядь? То ли в Родоту, то ли в Миле летит. Ебать, я похоронит всех. Ушли, 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 ушли. Ждем пока. Не двигайтесь, не двигайтесь, пусть пойдет. Ой. Идите к Терияке, все. Стоим. Не достает, уверен? Уверен, конечно. Если я доты не достаю, то есть проклятием рука, значит, не достает. Тихо-тихо, вот ушли все. Куда летит? Мимо. Не, в эту сторону они не летят. Они на последней фазе могут упасть прямо вот сюда вот. Ну там мы уже в мили-зону встанем просто. Попал, по-моему, галим один. Да, сзади нас. В мили летит, да? Или куда? В мили, можешь перевести босс. К нам. Спокойнее вроде. Уже можно под босса становиться. Все, мечи, мечи вышли. Мечи вышли, можно становиться под босса. Что делал? Подожди, на 20, я знаешь. Даша опять пета не похилила. Да. Има, по-моему. А, хуй има, блядь. Вот, хайтер ДДшник подпушит. Почему? Выведет, заведет. Давай, Гера. Добили. Инженер компилирует, блядь. Ничего, не БР, Малага, наверное. У нас эти, да? Рядом с нами можно подвинуться чуть-чуть. Что вам выпало? С чего? Да мы не можем убить нас, этот петух дырявый душит. Выведи, выведи. Он не бьется. Понятно.
надо было спросить, что псу упало. А вы убили Маучу? Он ушел уже. Они убили. А? Они убили, но он уже ушел. А чё мы так долго бьем его после, блядь, 10%, блядь? А, я капец на пассиве. Прям в нас. Прям да в пейте, прям на поху. Умрем, зато убьем. О, блядь. О, ой, жизнь зовет. Просто. Почему я не воин, не жрец и не друид? Потому что я жрец. Я задумался о смысле бытия. Может быть, не стоит быть охотником? Я думаю, мне нужен еще один приз в этом рейде. Еще не кинжал, он испадает. Сука, второй раз нахуй сегодня. Вчера нахуй два токена на воина, сегодня два токена на воина, блядь. И у них по-любому тоже башка на воина уебалась, вот я вангую. Ну, походу, не сломалось нахуй, 100% выпадание. Нау выигрывает шлем павшего за шум. Чё, Хао будет и еще один спек собирать у нас, да? Не охуял ли там друг? А тут у всех есть, по-моему. Ну, сразу тут у всех есть. А, да, тут у всех есть. Вы поняли, да? Тут уже у всех есть, блядь, у них. Да-да-да. И посмотрите вот на этих несчастных локов, рыцарей смерти, охотников. Ты тебе в кого нечаянно? На них у всех время стоит бегаешь. А ты что, не знал, что локов-то 4 есть уже? Портуйтесь, ебать, Долоран, идите вы. Локов нету. Чё вы? Ну и чё? Кисть. Да у тебя башки нет. Ой, извиняюсь. Ой, всё, сори. Да. Я думал, это, у тебя башка типа невидимая Т4. Да, я... Смотри, ещё зажал, ещё отдавать не хотел, нахуй, пока ему не раскидали, чё почём. Я почему-то думал, что у него есть башка, я не знаю почему, ладно. Ну конечно, когда сролил Т4, я тоже. Я когда сролил Т4, я тоже буду думать, что у всех все есть. Летите в экрана. Буду ролить себе еще на одного ханта. Пошли, разъебем там, блядь. Че, у меня КД, меня можно. Бля, я в Ульдвар полетел. А я. Это, а можно у меня тоже будет КД? Не, нельзя, я тебе его не вешу. Ну что, блядь? На, ты лидер рейда. А ты куда? На мне КД. А чё, персов нету? У меня есть бисовая кошка 211. Там не убитый хранитель. И кого нам брать, блядь? Да, ирландца? В гильдию ты спроси. Ирландца что? Возьми, слышишь? Пиздец. Вон ирландцы, бери, у нее нет КД. Ну, Женька бери, будет дымажить, ну. Ирландцы, кинь инвайт, он согласен. Слышишь? Договорился. Это хуй знает кто, блядь. Ирландец? Не, Ромео. Ромео. Это который Скары. Ну так он рассчитывал на то, что, блядь, не с нуля, поэтому он и спросил. Давай, короче, этот мораль, ты в соло потанчишь, а расставил спека себе в Ратрика. А ирландец в АДК нам побафит нас. Кинжал? А я не знаю, кто кинжал заролял вообще? Нечаянно. Нечаянно тебе надо? Расострова же лучше этот, какого кинжал. Я бы типа взял с тем, что... Но у меня оффхенда нет еще, я типа хуй знает. Я посох свалить хочу роли. С крит-фестом. Свечение какое-то там ничего. Так это ШП гоняешь. Возьми вот лучше себе Краухан, типа там СПД на сотку больше, типа. Я посох хочу. Да ну, посох. Да у меня с духом сейчас ебать. Надо с критом. Ну, так я говорю, возьмем Хауха. Блять, у меня ни одного нету сейчас, я не знаю.
Ну, если он кинжал даст... А вон, нечаянно укради. Оффхенда нету еще тоже, блядь. Оффхенд свали, а вон укради, а у этого нечаянно забери. Ну, если выпадет, блядь. Оффхенд, посох, нахуй, еще и кинжал все заберу, нахуй. Кинжал я анролл, если что. Анролл. Ты уже забрал, ебать. Да, это такой, ебать, чисто пидорский. Такой, пидорский. Такой же, блядь, 230. Нихуя, там, какой, блядь, сапки. Какой, блядь? Какой, блядь? Такой, проебал, блядь. Забрал все. Этот кинжал вообще ебанутый, я его хочу. Так отдай тогда. Отдам, ну, блядь, упадет, отдам. А, кстати, на время. А, на время кончилось, блядь. Поставь десятку. Ты, короче, это, жди, я там месяц-два, может, блядь, ДЦшника соображу, блядь. Ну я типа пока не могу, блядь. И потом будем свичиться в рейдах, меняться там. Допустим, неделю я по ДЦ, неделю ты, блядь. Вы станете партнерами. Поэтому, блядь. Неделю я посю, другой ты. Партнерами по половому этому. Поставь десятку. Кто у нас лидер? А, я, блядь. Сам себе, блядь, говорю, ну. Ну, пусти, нахуй. Так что у них за, блядь, сука? У меня на одну кнопку призыв пита, нахуй, и разговаривать. И я лечу, нажимаю на призыв пита и падаю, заебись. Это, что выпало у них за голова-то? Мой жизнь. Серьезно? Да. А руки? И тоже воин желез друид. Походу сломали, долбоёб. Ну вчера, отвечаю, ну твинком тоже нашёл воин желез друид, и голова, и руки. А он чаще всего падает. Саба, позвонит. А, не, пизжу. У них руки же забрал Телдрин. Аплодин упал. Давай шкаф. Да. Давай воин желез друид. Никитуля, ты что там лежишь мертвым грузом? Я тебе говорю, у меня на одну кнопку говорить и призыв питомца. Я лечу, нажимаю говорить, вызываю питомца и падаю. Второй раз. Вот, и сейчас 10 секунд еще буду вот так. Ну все, не летим у тебя самонимыч. Я, если что, сам могу на Оню пойти. Че? На Оню, говорю, могу пойти. Ну, вместо меня пойдешь, я спать пойду. Капец, смотрю, ни одной нормальной ДД-шмотки на меня, шейка. Призывайте меня, я готов. Посылаем. Мы вчера ульду на фул закрыли. Прям вообще фул-фул. Чё, прям фул-фул? Сочувствую. Почему? Нихуй знает, хуйней занимались несколько часов. А я вчера в Кражан сходил, увидел два токена, воин-воин, класс. Когда ты не воин, да? Ну я вообще не воин, да, к сожалению. Ты не ты, когда не воин. Даже у Дога на твинке есть. 24 воин-жрец друид. Уже скоро все воины нахуй этого сервера будут ходить, что-то 4, а ты будешь нахуй. А ты будешь только ждать, когда... А я в Т8. Я буду в Т8. Бля, Сергу. Тебя ждем. Ты 8 бис. Где Каха? Каха? Ну, Серго есть, где Каха? А на это он, судья. Непосредственно судья. Каха это шаман, чисто на шамонтажке, блядь, обитает. С этим тут вообще нет, Шамин? Не, он же ушел. Куда? Опять, у него выки всегда такие проблемы начинаются. Он то дорогу объясняет, то на планету едет, то еще куда-нибудь. В частности, у него больше, чаще всего, вернее, у него проблема это начинается на Анубе. А он типа живет на шиномонтажке или что? Да хер его знает. Я два раза был в рейде и всегда был на шиномонтажке. Чисто вечно обитатель шиномонтажки. Протерланец тоже анхолик. Заебали вам мамкины анхоликины. Да, я ему говорю блада делать, он не хочет играть на бладе. Блад? Блад.
мы быстренько пронесем, да меня там пацаны бухать зовут. Давай быстренько пронесем, только не уходи быстренько. В смысле, то есть вот эту всю хуйню ты нес трезвый все это время, да? Да. Я бы не хотел бухать с тобой. Чехни, где там нечаянно, блядь? Ну, он шарится. Сама не могу сейчас. Со мной особенно люди бухают, которые могут вынести мою дичь. Дичь. Чисто по трансмутам уже, да? Не, пока я с под Редбулом, сейчас поеду, хули бухну с пацанами. Сейчас поеду, блядь, сам транситься буду. Надеюсь, мы не вайпнемся, блядь, ребята, нахуй. Сейчас выбьем топ-транс, короче, по этому магазине, нахуй, да там, блядь. Почикайте, какой там шмот нахуй на ШП есть, блядь. На трансмут? Сыка. Что есть, я заберу, в принципе. Так, что там, ну пояс хуже, да? Вот тебе воет шмотка, бисовая. Хасмет пояс. Какая хасмет? Чем пояс хуже? Там пояс охуенный, нет? 96, но он нормальный. Ну, пояс, да, там с первого босса чётки падает. Я его в луте один раз видел. Я его Малагу уступил, как это, знаешь. И на Орочи, кстати, падают с лордером метка сихаст. Никогда не видел. А, они идентичные с Кары. Да, один в один. Там еще жезла падает. Блять, Даша, я продал голду, у меня нет голды больше. Даша, тебе голды дать? А можно шаману голды дать? Я даю голду только девочку. Дайте лучше чек на готовность и погнали. Тебе 7 из канала? 8. Зачем? А что, да? А зачем здесь столько? Ну, птицу хочет. Ебануться. Ну, типа в долг или что? А что, давай на минуту девочкой стану, пока не стимай, когда даешь. Чисто, дайте тогда мне тоже 70 тысяч не в долг. Я буду не против. Хао, дай мне 70 тысяч не в долг. Хуя тебя там распиливают. По-братски. По-братски, да. Хао, дай. Хао, по-братски. Я все, что я имею вообще на этом сервере, я все скидываю в ГБ, нахуй. В отличие от вас, нахуй. Прилежных сигильдейцев, блядь. Ну, ты с этого ГБ, ты можешь взять все, что ты имеешь обратно. Вот именно. Так я в это ГБ и закидываю. Слышь, так... а у меня, блядь, доступ первая ячейка, где лежат такие символы, нахуй. Так я в это ГБ и закидываю с старстайлом, блядь. Кто думаешь, покупает себе реги, нахуй, хуеги, блядь. И закидывают все эти фласки хуяски, блядь. Кто тратит свое ОД нахуй на вот эти, как они, блядь, называются вот эти, блядь, масло ебаное. Кто продает все буешки, нахуй? Так я продаю буешки, закидываю все в ГБ, нахуй. Ну я не спорю, нахуй, что ты все в ГБ, ну, блядь, я думаю, этого достаточно, чтобы обеспечить рейд. Я никогда никому не отказываю. Блядь, пришли в рейд, вы имеете право спросить у любого зама у меня. Если вам что-то будет нужно, я дам, без проблем. Но никто не спрашивает. Что за срач, ты что-то не понял? Не, это не срач, я никому не... Что вы начали? Все заебись, все делятся, блядь. То есть, ну, у меня кто пишет во время рейда в ПМ, я никому не отказываю. Я все время всем даю СГБ. То есть, ну, я не говорю, что это только я беру, ебать, только мое, ебать. С Next Content я сделаю так, что во время, типа, ну, ИРТ будем открывать ячейку и будете все снимать себе по фласке, по приходу. Но не в этом. Блять, ну разберем себе, поскольку, чтобы на рейд хватало. Как было на X3, так же сделал. Не знаю, как было на X3. А, понял, плюс класс. Типа не будем, да, бить или чё, алло, блядь? Снабаль, да там как-то мистичность, если не знаю. Да ёб твою мать, я опять в касту ебался. Там 20 метров дальше надо скинуть. Сюда можно так тоже сделать. Опять звонят уже нахуй.
Куда звонят? Хиль. А мне в Дискорде. Пацаны, не могу, мне звонят. Все, давайте, я ушел. А можно шаману иннер дать? А то у меня десятки осталось. А как ты, блядь, так числил, блядь? Ну, блядь, я умный шаман. Это нормально, шамана. Это нормально у него, нормально. Бля, хуже ты цена. А шаман сейчас вообще пиздец. Меня в одной гильдии запомнили, как кричащего все время иннер дайте. Блядь, так не должно быть, блядь. Ну, блядь, извиняюсь, но у меня такое... Хилит, потому что, блядь, большое волну исцеления. У него символ, он мало. У тебя символ, я лесу мало и хилю. Да хильте, блядь. Тихо! Кислотку бьем. Сейчас Геру дашь. Давай, Геру. Дали ДПС кислотку хорошую. Сводите с этой стороны, блядь. Хули тут стоите? Блядь, сейчас задуем, да. Пошли размораживаться. Мораль, вайпер, похил. Сейчас хиль шаман нон-стоп, блядь, просто. Шаман, шаман, да, шаман. Есть на ком огонь, блядь, есть, да, но, сука, я... Сейчас... Вот, на морали есть. Разморозь меня, пожалуйста, я вот после тебя почищу. Ну, Даша, давай развернусь, сейчас плевок. Ну, да, Шуль, Малага, есть? Шаман, еще один иннер, можно? Вот, сейчас он тебя расплюнет. Блядь, разморозьте меня, ебанусь. Жди теперь. Вон на УЕ плевок, вон на УЕ плевок. Пробежались. Ну куда вы все в одну сторону? Ирландец, ранец, беги ко мне. Ко мне беги, к присту, к ШП. К ШП, ШП беги, слева. Возле ворот стою, да. И давай, потом давай, к танку, давай. К морали беги. Блять, не успел. Заплевали нахуй. Нечаянно. Морали бегите, сука. Нечаянно, БР меня. Чуй, да? А, да, ничего не. Так, окей. Блять, вы не добежали до морали нахуй его разморозить? Или что, у вас глаз нету, блять? Все, это нормально, бей. Пиздец. Это манекен через станцию. Ты давай успокаивайся, только поворачиваться. А, все один же, да, червь остался, теперь морозить не будет? Не. Можно съебаться туда подальше. Червь, блядь. Ну да, червь. Ну не так просто червь. Как в этом, в таком, в Люди Черном. Червь. Ну, он был такой, в метро схавал, да. Не, вот эти, которые там, эти, блядь, 5 червей были такие. А их же называли черви, да. 4 уёбка-то, которые. Да. Почему сразу ёбка? Давайте подсчет альянса все станет. Подсчет роды, точнее. Подсчет роды. Чтобы все в одну сторону вылетать. Мы спалили лазутчика. Непонятно на кого. Да похуй. Блять, ни одного крита просто не вылетел, понял? Блять, мне на ту сторону перебежал, сука, заморозила, мразь. Испускает гортанный, бля, гортанный вой, охуеть.
У нас обычно сам Кавай спускает гортанный вой. Брэдди. Квинмон. На коляске ебать. А минус нет, без пояса. Ебать, ну и говнище, я ебу. Арстан, собирай хули полонина. Че, рецептом роллом уходит или так же? На просто кожевник на ханте охуенно. У кого профа роль ебать еще, блядь? Не жалко, что ли? Не, у меня просто на ханте кожев прям нормальный рейлов до хуища. Так у тебя все равно серые цари. Плюс, интересно, они дорогие вообще на ауте? Они есть вообще? Они по 15 кусков стоят на аукционе пока. Внимание, 11 числа открывается РБК на. В смысле? После плановой перезагрузки. Ну, почитай. Ну, где ты это нашел? Помолчи, у вас у всех есть в Дискорде, я так полагаю. Да, вижу. Соответственно, да? Поняли, нахуй. Начинаем дрочить РПК, нахуй, через пару дней. Подожди, открытие, чтобы доступ к цепочке задания на вызов, точнее, погибли в Каражане. Начинаю задание Ник Медива, который все это... Следующим обновлением ПВ-контента будет являться следующее РД подземелье. Грул, Магик и Оня. Понятно. Да, а сегодня какое число? Не, ну заебись, соки ты сейчас будет супер топ, типа вообще, нахуй. Сердолипов тыкать, блядь. Ебать. Бля, дайте. Типа денег, сразу нахуй шмотки с сокетами приобретают уже другой смысл. Кальцедони купайте. Урожденки. Бля, они уже. А там остров не апнут случайно с этим один? Должны вроде. Нет, это должны вместе с этим, вместе с двадцатками. И чё, эти получается типа сердоли, хуели, да, сейчас все будет? Все будет, прикинь, нахуй. И мы начнем жетоны. Жетоны, чарки. О, Локи наконец-то 4 секунды, да? Задрот это задело, нахуй. Чё, Хао, дай денег. Мне кто дал бы денег, блядь. Хао, дай денег. Мы с тобой диспелим. Там долго стаки. Надо долго просидеть. Хорошо. Тогда заанонси, я просто могу проебаться. Я еще. У меня на кнопке. Одна кнопка играем. Меня прохил, ребятки. Молодцы. Я разлался про хил. Прислав, где наш урон? Я ебу, но... Меня прохил. Так, Локи, работайте по инферналу. Там где-то прям вот-вот должны стаки быть. Уже были. Да, я плевал еще. Чуть позже будет. Вимон, да, что себя прохил. Так, стаки. Вот,
На хп, да. На ману дай. Бля, прохилите меня, прохилите. Войда прохил, Войда прохил. 3000 еще, 3000, хорошо. Бля, мне сейчас это лута, тут, бля. Тут, конечно, не шотает в десяточке, а вот в ВК-25 было один раз не прохили, весь сирейт нахуй сдуло, бля. Да, 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 там нормально дует, ауешек. Там ренджа просто ебанутая. Ну, он у нас всю комнату. Есть что по мане, бля? А, тучку заезжаем. Опа, точки бегают. Я точка. Может вы, блядь, уйдете с той стороны платформы? Чё-то говно какой-то Т4, говорит. А что там оно тебе дает? Оно гонит. Падающая звезда? Какая-то залупа там. Ну там, ну да, кстати, по-моему, мусоры, мать. Т9 лучше, чем Т4 у Савы. Шаман снова с вами. Давай чекнем, кто здесь. Энг, Хант, ШП, холипар, да. Вар, дерево. Ну, дерево, три изгнания, три страха по очереди. Ну и там так, дальше. Ханта, потом идем в ШП после ханта. После ШП. Я бы хэпала залил, она заебывает захилит. Вот я реально после ханта хэпала бы залил. Прям ШП он не шотает никого. Вот энх еще опасный. Ну давайте ханта, потом энха. Не понятно. Потом приста. Я бы хэпала залил. Прист он просто... Да, хэпала просто нормально человек поставит на контроль. Так вот контроль, тут понимаешь, тут диминишинг. Ты дал контроль, потом невосприимчивость, блядь, 15 секунд или 10, сколько там. Я бы просто его залил, потому что он будет отхиливать, дольше бить, он просто... Да, блядь. Я, короче, вора забираю и все, до свидания. Давайте, похуй, давай, иди с правой стороны, мы сейчас слева. Ну, давай, все, иди там, оставайся. Все, поехали. Короче, я первый фир сдам, типа, позже. И так, чтоб... Ну, поехали. Пристав, мне эту регу. Дай пристава, пожалуйста. Ебать. Давайте не обокрёмся, пацаны. Это будет красивая так, победа. Так, дали дипс в эту баллистку. Давай, Геро, похуй. Да, ну, баткатись. Кирс, мой. Тучку сдал. Сдал фир. Валить, играйте все. Всех мало урона. Бля, я вилки прожал, мразь. Так, что играть, блядь, кого, да? Давайте в шабад играйте. Фир. Давайте в приста. Под Меладора хилит стоит. Три знания, три страха, я же объяснил. Локи. Тычку ушла? Да. Давайте Вилан играйте. Ой, бля, у меня проблема с этим будет сейчас. Снял? Хорошо. Мне просто на панельке нету.
тебе шоколадно. А, еще нота. И в Шакула. Бля, ебать, у тебя, конечно, бля, Т4 дамажит. А, у тебя нормально Т4 дамажит, вон. У тебя 40 тысяч нанесла подача звезда. В принципе, блядь, у пресса Т4 точно так же дамажит. Да понимаешь, что какой там лунный огонь, да? Подача звезда даже называется. Так, как да. Там, ну-ка, сейчас описание. Лунный огонь, да, вон от лунного огня. А, каждый раз. А, и то вероятность 33%, блядь. Мне в ДТС пешнуться или как? Или так отхилить? Да ебать. Должны нахуй. Мы тут 2 шип, блядь. Должны, блядь, отхилить. Если что, блядь, щитки дадим. Тогда, Никита, возьми белый, напули в него какую-то черную, и потом поменяешь тогда. Да это у них агро общая, их ИП общая. Да ебани метку вот на эту и на какие-то метки, чтобы мы... У них агро не общая, за что. Общая, блядь, ну ебать. Срывается все время черная, блядь. Подожди, там... 2 танка нахуй или 1 танк? Один, один. Морально пулишь черным. Дай какую-то метку. А то зачем? Я их путаю, блядь. Табом выделяю. На баб найти. Сейчас ждем, там Даша минуту пока дошла. У них агро общее, но там механика, когда вот ты сверху берешь, по другой снижается дамаг. Если ты, допустим, берешь черную, по квадрату у тебя нормальный дамаг, а по другой вальке меньше. Но агро у них общее. Просто он на основной будет нормально добирать, а на другой поменьше немножко. Так как это из-за того, что механика ХП общая. То есть ты бьешь одну, а ХП уменьшается у обоих. Чем мы дрочим, собственно? Надо разогреться, вид. Т9, заебись, я это самое. Хилил Алгалона. Не понял, чего мы ждем? Эрдру ждем. Да здесь Эрдру, ебать. Написала тут. Уже дважды написал. Ну все, чекайте тогда, чё. Вот кто они уже нубу бьют, не будет. Чекай, она тут. Тогда это ДБМ пул, блин, че молчим? Да, блядь, да пуляет или пуляет мусорка, да, ДБМ пул вам нужен еще, господи. Ой, блядь, не то. Ой, ладно. Не, ну давай через 5 минут. Блядь, ну короче. Короче, я понял, я пуляю. Че, делаешь полос давай? Нет, Гера на нобу оставил, у нас Гера КД, если да, что. Да, блядь, пока мы добьем его до фазы, там уже он от КДшится должен. Гера КД, и у нас 4 минуты КД Гера. А, ёбану, точно. Даже на этом говно пицца, зачем просто дал. А что у нас кто-то особенный такой по урону проходит? Кроме все танков. Проходят. Не-не-не, тут вот... Нет. Нечаянная, которая по ней пизда прям как больно проходила. Даш, Берни. Меня так же. Нет, а хуйня какая-то у нас. Ты чё, во второй ЛПшке не брал, что ли? Ну как по всё время такого урона, если что? Ложитесь. А, ну да, здесь же типа его, бля, повысили урон у них. Ты нихуя тут не повышали.
Да не, первый трай я когда делал, ну, вот в таком. Первый или на вторую неделю трай я делал. Вы чё, бить собрались или чё? Алло, нахуй. Почему нет? У вас минус 3, блядь. Ну, падать ещё. Куда ты повёл там? Давайте я в DCS 5, чтобы проблем не было, и всё. В 3 хочешь? Нет, ну, одного я к вам 5 навёл. Дальше пусть с тобой спекается. А я что, меня похилю? Какой огромный удержал тут, блядь. Вы как-то, блядь, бьете, блядь, непонятно. Ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Да, кстати, нечаянно убила баба. Ну ты как, усиление рунического отдал сейчас? Да. Пиздец. А ЛПшки сколько? Ну, в одну, во вторую тоже кидал? И в ту пару раз кидал. Наш пятый сейчас салочку. Ну хз, значит, это, блядь. А на пул был. Да надо напуливать в эту же, в которую бьет нахуй сова. Просто дайте магротайма набить. О, вы все били белую нахуй. Почему, блядь? Она убила нахуй Малага и Войда. Вы же бьете точечно, у вас нет никакого ОЕ, вы не могли сорвать. Я же объяснял, общая ебаная агро, блядь. Тонкости, блядь, вам объяснять полчаса придется. Но ты бьешь ЛПшкой, она на двух агро набирает. На одной больше, на другой меньше. Берите все черную, не надо белую брать. Берешь черную, напулишь на нее квадрат, который бьет весь рейд. И будет лучше в 100 000 раз, блядь. Дай приставал. Я пока скачу, да. Я, блядь, на этом контенте, нахуй, с 2009 года ебашу, блядь. Просто по советам, я хуй знает, сальву ебанешь. Лук раскол ебанет. Кто-то. Мы этот уход нажмем, блядь. Давай, иди пуляй. Все у всех есть. Давай, Геро, можно будет сдать? Не надо на оно поставить. Это еще один перерыв? Как? Давай, пуляй. Пиздешь, не перерыв. Давай, ты не обобьешься, пацаны. Это будет красивая победа. Бля, ну сорвался опять нахуй, ну и хз. Разъебали. Чайно, БР Малана. Команда там сдал. Хорош. Переводи. А. Белые ловим, черные нет. Ману умер. 12 тонн осталось. Дайте салупу в сове, блядь.
программисты. Ты белую бьешь или как? Взяли черную. И бьем белую. Все, подъем, не первый день еще. Да поглотит вас тьма. Ой, ебать, твоя. Кого-то поглотило, блядь. Вот это вообще отлично. Что-то, блядь, тяжко идёт. Хуя не кинжал, да? За лупа ебаный, рот ебал. Бля, лут вообще просто, ебать, одна кожа падает. Просто как... Я ебал тут лута. Команда варов, тут на этих надрыдов. С рогой, да? Так, идем дальше, я похилю. Похилю. По мане садимся, а хотя у нас, блядь, же ретрики. Я думал, у нас вот ретрики нет. Чё, уню потом, да?